Привет, дорогие болельщики, дорогие друзья, фанаты российского футбола и европейского. Меня зовут Егор Дергачев. Мы с вами сегодня будем говорить о Лиге Европы в моем видеоблоге. Поединок для московского «Локомотива», мне кажется, чрезвычайно важный. Дома москвичи, вернее, железнодорожники и москвичи тоже будут принимать молдавский «Шериф». Предыдущий поединок, я думаю, что «Локомотив» удивил всех. «Локомотив» отскочил, не проиграл «Шерифу», ну а после выдал фантастическую серию, обыграв «Краснодар» 2-0 и «Зенит» на выезде 3-0. Что случилось с футболистами Юрия Семина? Как они заиграли в футбол? Для меня это до сих пор большая загадка. Обыграть на когда-то Петровском, а ныне на Санкт-Петербург-арене «Зенит» это нечто невообразимое. Обыграть со счетом 3-0 к тому же. Ну и в каком настроении должен «Локомотив» подходить к игре «Шерифа»? Должны железнодорожники выигрывать, набирать 3 очка и уже думать о следующей стадии Лиги Европы. Поэтому не будем выдумывать велосипед. «Локомотив» это команда не всегда стабильная, просто поставим на чистую победу «Локомотива». Коэффициент небольшой, 1.55, но если железнодорожники не выиграют этот матч, я не знаю, что я должен буду сделать. И если вы согласны, что «Локомотив» победит, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Обязательно в комментариях напишите, какие еще мысли, какие еще варианты ставок лезут вам в голову, когда вы видите или слышите о вывеске «Локомотив Шериф». Конечно же, добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте и вступайте в мою группу ВКонтакте. Все ссылочки вы найдете в описании у этого ролика.